Левый флаг. Нормально. Левый флаг. Гаси на правый флаг. В 1942 уже под Харьковом погиб. Несомненно, даже ни минуты сомнений нет. Вот посмотрите, если прошлый год, вот мы говорим сегодня, Стас Витальевич, что только россияне объединялись от этой акции, да, священная акция. А сегодня весь мир объединился, весь мир. Это о чем говорит? Что, во-первых, мы помним, какой ценой завоевано счастье, а во-вторых, мы должны понимать, от русского человека непобедимый человек. Поэтому вот мы еще раз убеждаемся, что да, у нас с каждым годом становится меньше участников войны, ветеранов Великой Отечественной войны. Смотрите, новое поколение подхватывает это знамя и твердо его несут. Поэтому для нас очень важно такие мероприятия проводить, как сегодня встреча с нашими участниками войны. Вот у нас в Саратове осталось 2300 человек. Нам очень важно как можно больше у них услышать про войну, про их мужество, как они сумели. Поэтому сегодняшняя акция подтверждение, осторожно, подтверждение тому, подтверждению тому, что мы вместе. А когда вместе, мы сильны. Спасибо. Thank you.